Алексей Петрович Лотоцкий. Казалось бы, с возрастом можно успокоиться. Нет, не хочет. 1950 года рождения. Я не встречал подобного заживления. Место жительства – Россия. Город Ростов-на-Дону. Он сказал, что он имел контакт с инопланетянами. Известен под прозвищем Тарзан. То есть увидеть его ногу на заднем стекле или руку болтающуюся. Он же шаровая молния. Доверяю полностью, без оговорок. Для своих Петрович. Самое главное для нас родных, что лишь бы здоровым приехал. Профессия каскадер. Шестикратный чемпион России по скоростному автоманеврированию. Золотой призер международного конкурса каскадеров «Прометей» и Олимпийских экстремальных игр. Академик Всемирной академии трюкового искусства. Занесен в книгу рекордов Гиннесса со своим уникальным трюком «Огненная труба». Лучше быть гением в чем-то, чем середнячком в такой, я считаю, творческой профессии, как художник-каскадер. Небес так гладнокровно, на самом горизонте, будто бы хотела распороть ее.
А у меня самый такой большой бич мой, чего я боюсь действительно в жизни, это стать слабым. Вот тогда, когда я именно почувствую, что я никто, ничто, уже ни во что превратился. Если я не буду видеть какой-то впереди цели перед собой, то, естественно, я понимаю, что это уже не жизнь. И чем она кончится, я не знаю. Как-то еще здорово не задумался. Вот единственное, что я это в мыслях, которые было, это куда-то уйти подальше от людей и остаться самому, чтобы ни тебя не видели, ни ты не видишь. Природа, лес. Я считаю, что мы, наверное, все равно все как-то с этим связаны в своей жизни, вот, и в нашем рождении.